Древние изображения, обнаруженные на стенах в гробницах времен династии Тан, рассказывают о философии людей той эпохи и свидетельствуют об их богатом образе жизни. Они представлены на выставке в историческом музее провинции Шэньси. Династия Тан правила в Китае с 618 по 907 годы. Столицей империи был город Чанань, в наше время известный как Сиань. А сама династия считается вершиной процветания китайской цивилизации и золотым веком китайской культуры. На картинах изображены уникальные черты людей той эпохи. На одной – сцена, в которой 9 придворных дам помогают принцессе Винтай готовиться ко сну. Дамы одеты в модные в то время платья с длинными широкими рукавами. В руках у них свечи, веера и мухобойки. На другом рисунке изображены официальные лица династии Тан, приветствующие заграничных послов. На этой картине ясно видно должности изображенных чиновников. Хозяева спокойно обсуждают, как предоставить наилучшее обслуживание гостям, приехавшим издалека, в то время как гости выглядят спокойно ожидающими приема. Картина показывает придворный этикет династии Тан. Это показывает дружеские взаимоотношения между династией Тан и ее дружелюбными соседями. Другие настенные изображения свидетельствуют о славе династии. В то время процветали архитектура, технологии производства и окраски тканей, ксилография, гравюра на дереве и многие другие виды искусства.